Здравствуйте, это программа «Мироносицы» о женском служении во славу Божию. 36 лет наша героиня преподает в школе, 20 из которых посвящены Пушкинскому лицею, прообразу Царско-сельского лицея, где дети получали крепкое образование и воспитывались в православных традициях. Я работала в очень хорошей школе Кировского района, школе номер 384. Замечательная школа. И в этой школе мне, где-то за 83-м году приблизительно предложили взять 4-й класс. Для меня это было немножко удивительно. Я привыкла работать со старшеклассниками. И поэтому я не очень охотно взялась за этот 4-й класс. Но когда я пришла, я поняла, что я пришла к ним слишком поздно. И я тогда детям сказала: ну что, мои хорошие, вот я вас выпущу из 11-го класса, тогда еще из 10 класса, вот, и я возьму 1-й класс. И вот как раз в 90-е годы появилась возможность создать школу, в которой я, литератор из старших классов, пошла в 1-й класс, и 1-й класс довела до 11-го класса. Значит, школу мы назвали Пушкинский лицей. Почему мы ее так назвали? Потому что я филолог, и потому что мы решили, что к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина нам будет очень своевременно создать снова Пушкинскую школу. Первый выпуск школы пришелся на начало 21 века, что для Дарьи Васильевны значит возрождение традиций в новое время. В лицее до сих пор все ученики играют роли существовавших друзей Александра Сергеевича Пушкина и чтят памятные даты, связанные с поэтом, несмотря на то, что школа поменяла свой государственный статус. У нас в школе четко было три праздника. Первый праздник – это день создания лицея, лицейской годовщины. И это второй праздник, День памяти Пушкина. Мы всегда выезжали к обелиску. И до сих пор уже 22-й год поедем к обелиску и служим панихиду в церкви Пушкинской на Крестовском острове. Там есть церковь Рождества Иоанна Предтечи, которую Пушкин крестил троих своих детей, и в которых, прихожанином которой он был, когда выезжал на дачу. Вот мы там служим уже сейчас панихиду по Александру Сергеевичу Пушкину. И последний праздник у нас будет рождения Пушкина. Наш год начинался, в сентябре, но сентябрь у нас в основном уходил на паломничество. Мы выезжали, то в Новгород, то в Псков, то в Киев, то в Кострому, то в Вологду. Заканчивался наш год 6 июня, в день рождения Пушкина, большим праздником. И к этому празднику мы всегда готовили большой спектакль по Пушкину. И мы сыграли в нашем театре практически все поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Учебный год начинался и заканчивался с молебна. Ученики причащались, что объединяло вокруг главной духовной задачи. Значит, наша идея была, это пушкинская идея, но внутри этой идеи у нас была вторая идея. Пушкинский лицей, он был как бы внешней одеждой. Как говорил когда-то Евтушенко, рубашкой с кружевами и тайным крестиком под ней было православие. Ведь что такое жизнь Пушкина? Что такое путь жизни Пушкина? Это путь от неверия, от греха. Путь к стопроцентной вере и к свободе от греха. И когда мы изучаем произведения Пушкина, когда мы это все видим и узнаем, то мы на его примере учимся тоже быть православными. И вот этот внутренний православный стержень, естественно, он, держал всех детей в определенных нравственных и духовных рамках. И нам было просто невозможно никуда свернуть. Если кто-то сворачивал, он не мог учиться в нашем лицее, он уходил из нашего лицея, потому что другого быть не могло. Были такие случаи, когда дети должны были уйти, потому что мы думали по-разному. Почему разные школы должны быть? Древнерусская литература, стихи Пушкина,
золотая классика мировой литературы, основные направления нашей героини, которые преподавались детям от 3 лет, когда они только начинают формироваться, то есть как можно раньше, а не от 7, как принято в обычной школе. Поскольку мы были государственная школа, нам было положено все уроки по сетке часов, хотя там по русскому и литературе их становится меньше и меньше. Когда-то было 400 часов, теперь только 200 часов по русскому языку и по литературе оказалось. Конечно, нас это все, но мы не смущались. Мы находили способ сделать то, чего нам не хватает, за счет чего? За счет другого. Нам было положено каждый день 30 часов ГПД. Группа продленного дня. И у нас эти уроки шли как уроки. Ну, уроки, скажем, может быть, по факультативам можно назвать, все что угодно, но мы могли читать Пушкина, учить Пушкина наизусть, читать эти произведения, писать по ним сочинения и так далее, и так далее. И школа у нас была полного продленного дня. Мы начинали наши занятия в 9. Вот, значит, где-то в 10 у нас был по пушкинскому режиму чай с булочкой. Значит, потом до обеда шли занятия, потом был как в лицее, потом был перерыв на обед. Вот, здесь обязательно был урок здоровья и прогулка. И после этого начинался новый цикл уроков. И уже всякие секции спортивные, они уже шли после. То есть занятия заканчивались где-то не раньше 6. Дети были в школе целый день. Они уставали, мы боялись, что не отстанут. Но мы пригласили профессора из нашего института постдипломного образования медицинского, который провел у нас компьютерное обследование детей в начале года, в конце года, в середине недели, там перед контрольными, после контрольных, перед нагрузками, после нагрузок. Он пришел к выводу, что даже когда дети устают, они за 15 минут восстанавливаются. Школа номер 563, Пушкинский лицей, это уникальное учебное заведение. В школе работал высокообразованный творческий коллектив педагогов, дающий детям возможность получить музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, спортивное, от верховой езды до фехтования, воспитание и образование. Постепенно в нашу работу мы включили детский сад, в помещении которого мы находились, и маленькие дети сейчас учатся в нашей школе, вот те, которые сначала была просто лицейская группа, а потом мы и другие группы стали захватывать и работать с беременными мамочками, работать с детьми, которым было до 6 месяцев, они еще не готовы были ходить в садик, 6 месяцев до 3 лет, приходящие у нас были уроки устроены для детей. Но вот все это было настолько нестандартно, что в 2010 году наше районное правительство сочло необходимым от нас освободиться. Слишком мы были, в глазу, бельмо в глазу. Вот. Ну и они освободились, и сейчас мы перешли на уровень семейной школы. Дети учатся официально в 60-й школе, а мы с ними ведем уроки по Пушкинскому лицею. Сейчас школа уже 2 года является семейной. Дети официально учатся в государственной школе, а после приходят на занятия Пушкинского лицея. 20 лет пролетели незаметно, а семья нашей героини всегда помогала в реализации задуманного. Ее сын также поддерживал и курировал работу врачей и психологов с детьми. Мой сын, то есть моя гордость, я его называю даже не сыном, а называю мой друг, мой отец, поскольку у нас есть диакон, вот, мой учитель Григорий, он доктор медицинских наук, он, сказать, занимается борьбой за трезвость уже много-много лет, вот, и преуспел в этом отношении много, и сейчас он построил церковь в Юках. Наша героиня верит, что заветы Пушкинского лицея будут продолжены в будущем новым поколением. Вопрос проблемный, потому что тут как Бог решит. Я пока надеюсь на то, что мы построим школу в Юках, православную гимназию,
И наши пушкинские идеи мы как бы заложим в основу нашей школы. То есть Пушкинский лицей должен, как птица Феникс, возникнуть снова. А пока вот этот маленький ручеек, он соблюдает наши какие-то традиции. Мы, так сказать, живем по законам нашей школы. У нас многое повторяется, детям это очень нравится. Вот. И вот этот ручеек тихонечко течет. А уж как он выльется в большую школу, я надеюсь. Потому что терять то, что нами наработано, мне бы не хотелось. Дарья Васильевна свою методику обучения притворила в жизнь и в своей семье. У нее 3 детей и 10 внуков и правнуков. Я глубоко убеждена, что детей надо обучать с 3-летнего возраста. 3 года – это то, когда они все это впитывают. Ну, может быть, они не все понимают, как понимаем мы, взрослые. Им это и не надо. То, что в них вложено, это в них заговорит рано или поздно. Вот стихи Пушкина заложены в них, рано или поздно они пробудятся на новом уровне. И вот у меня есть правнук, которому, скажем, 3 года, и я с ним выучила уже: «Богами вам еще даны золотые дни, золотые ночи». Он с удовольствием читает это стихотворение, как он улыбается. И когда он видит меня: «Бабушка, я хочу прочитать Пушкина». И мы выучили с ним из песен западных славян, что «Держешь мой конь ретивый». Вот. Ну и еще другие стихи. Он это делает с удовольствием. Детей нельзя кормить манной кашей. Чем чаще бы раньше мы их нагружаем серьезными вещами, они это все понимают. У них все это работает. Дарья Васильевна имеет общий преподавательский стаж 57 лет. И она знает, что без учителя не будет будущего у наших детей. Система нашей школы, она никем не может быть скопирована. Это наша система, потому что это идеи автора этой школы. И автор этой школы знает, что он делает и куда он ведет. И что копировать это бесполезно. То есть каждый учитель должен иметь свою идею. Учитывая, так сказать, естественно, общий интерес, интересы государства. А сейчас интерес государства у нас один. У нас главный интерес – это вопрос нации, это воспитание молодого поколения. Без этого не будет будущего России. Это самое главное, это вопрос самый главный. И поэтому учитель должен быть фигурой номер один. И учителями должны быть профессора. Вот так же, как это было в Царско-Сельском лицее, так же, как это было во многих других школах. У России, конечно, будущее есть. То есть в это не верить невозможно. Конечно, конечно. Тем более, все, что происходит сейчас у нас в России, все говорит об этом. То есть, с одной стороны, темные силы гнетут, а с другой стороны, как храмы вырастают. Но ведь Господь бы не допустил такое количество храмов, которые выросли в России, и они растут, как грибы, везде и всюду, и люди идут в церковь. Ну как же, конечно же, жизнь за Россией. Дарья Васильевна Григорьева с верой смотрит в будущее, где Пушкинский лицей позволит духовно-нравственно воспитывать уже новое поколение детей. Пожелаем ей и ее соратникам помощи Божией во всех начинаниях.